противник постоянно провоцирует нас, агрессивные атаки проводит, непосредственно атакует минометами 120-го, 122-го калибра, 82-й. Ну, как бы не дает заскочать, поэтому постоянно в напряжении. Ну, каждые, наверное, дня 2-3 проводятся обстрелы такие массовые. Вечером обстрел был 4 дня назад. 120-м калибром накрыли, ну, около 15 минут велся обстрел. Поджигают поля, вот сейчас уже сухостой, трава сухая, периодически поджигают, ветер как раз в нашу сторону. Борьба с дымом и с пламенем. Взагалі переважає стрілецька зброя та озброєння БМП. Іноді противник застосовує міномети, артилерію 122-го калібру, міномети 120.